Добрый день, мои дорогие любимые. Закончилась предвыборная кампания Иона Кико возле Конституционного суда была. Ну, не знаю, буду выкладывать. Очень плохо слышно. Я далеко стояла и не знаю, не знаю. Пишите, если выкладывать. Очень-очень плохо слышно. Потому что как-то так стояли далеко, и микрофон вроде бы был, и тихо в микрофон говорили. Да, хотела показать вам, ладно, не отвлекаюсь. Хотела показать, что дорога перекрыта. Сергей Лазо. Возле церкви Сергей Лазо. Дорога перекрыта. Все поворачивают вправо. Или влево. Здесь дорога. Что это за машина? Откуда она взялась? Отсюда дорога перекрыта. Там я вам уже показал. Что он сигналит? Что он возмущается? Ну, зеленый. Надо пропустить, наверное. Зеленый вон еще сколько? 30 секунд. Так, ну и эту сторону покажу вам. Так что не знаю. Наверное, я не выложу. Пишите. Очень-очень плохо слышно. Ну, как говорится... В будущем, значит, не надо микрофон покупать, раз так как-то стоят, так тихо говорят. Ну, не знаю, вроде бы и колонка есть, и микрофон, и все равно. Ну, естественно, оператор это имеет, все оборудование. У меня нет микрофона такого, чтоб, ну, который вставляется, да? Вот, покажу вам немножко город. Сейчас выложу видео, даже видео некогда выкладывать, верите? Вот я только иду домой. С утра. Нет, я была дома. Хоть руки помыла, воды попила. Телефон немножко подзарядила. Поэтому... О, буквально 15 минут. Вот я по-быстрому. У меня все бегом, все бегом. Так что вот так. Жизнь кипит. Покажу немножко. Пройдусь. Там, не знаю, пойти через площадь показать. Там музыка играет. Нет, авторские права будут. Не-не-не. Я уже поняла все, что если авторские права или права рекламодателей у меня, да, вот выходит, когда видео, то оно не монетизируется. Вот так я поняла. Оно не монетизируется, и я за это видео ничего не получаю. Но я оставила, вот мне пришло сообщение, что... Вот, вот, смотрите. Смотрите. Да, вот, а им смешно, да? А потом водитель будет виноват. Ну, вот то видео, где объявили, когда моя Санду шла... И там была какая-то музыка. Это авторские права. Все. И видео я, по идее, должна была удалить. Оно даже бы не монетизировалось в шорте. В шорте, если бы я выставила коротенькое, оно бы даже не монетизировалось и там. Ну, как бы я бы тоже ничего с этого не получилось. Там авторские права на музыку. Так что вот так. Но я оставила. Я не могла ни... Я не могла удалить. Я все-таки оставила. Ну, смотрите, ради бога. Ну, просто то, что я, как говорится, за это видео ничего не заработаю. Так, я хочу идти по площади. Можно мне идти? Я могу идти? Ой, по площади, по дороге. Когда еще такая будет возможность? Ой, покажу вам президентуру. Так что вот так. Хороший денек, отличный, отличный. Так тепло, так хорошо. Такая красота, такая прекрасная осень. И девочки тоже идут. Такая прекрасная осень, теплая. Ой, хотя бы еще так октябрь был. Тепло и хорошо, будем надеяться. Все, всем отличных, ну, отлично, уже выходные-то прошли. Хорошего вечера.
Ну и завтра уже с началом рабочей недели нас. Так что вот так. А я еле иду. Ну что делать? Это еще мне через площадь. И там я уже сяду на десятку. Так что хорошо, что я... Ну, я могла, в принципе, и здесь было выйти. Здесь выше Штефана. И точно так же пойти. Так что мне как бы... Ну, я ждала 26-й, да? Так что неизвестно бы даже, как он... Или также поехал вверх, наверное, да? Я думала, он сюда же повернет, а здесь же ж перекрыто. Так что вот так. Все. Здесь что-то будет, наверное. Все, всем пока-пока. Всем здоровья, мира, добра. Ой, наконец-то. Боже мой, как хорошо, когда давай тихо. Сюда. А что тут, что-то будет, наверное. Эти колонки какие-то. Смотрите, какая машина. Все, всем пока-пока. Сейчас это видео выпущу, скорее всего. У меня там еще осталось немножко зарядки. Все, и телефон полностью разрядился. Даже этот пауэрбанк мне не помогает. Вот он стоит, телефон заряженный на этом, с этим пауэрбанком. Да, какой-то такой еле-еле. Еле тянет, когда телефон включенный. Когда нет, вот нормально. Я пока ехала, немножко тоже в троллейбусе подзарядила. Нормально, быстро-быстро и... Все нормально. А вот когда... Так, все, здесь музыка. Все, всем пока-пока-пока. Всем здоровья, мира и добра. Пока-пока-пока.